Этот бренд завоевал сердца многих телезрителей. Если вы хотите немножечко романтичности добавить в свой образ, выбирайте блузу Айола, как выбрала сегодня я. Это сегодня специальное предложение дня по специальной цене 1999 рублей. Ну и, конечно, невероятное ощущение, красота и стройность. И классика, вечная и непроходящая классика. Блуза в горох, круглый отложной воротничок. Что может быть лучше? Пожалуй, только размерная сетка. О! От 50-го до 74-го. Сегодня каждая из нас, любая женщина, независимо ни от возраста, ни от размера, может почувствовать романтичность и красоту. Ну, давайте познакомимся с цветами перед тем, как перейти к деталям. Давайте, с удовольствием. Лена выбрала для себя сегодня цвет синий с бирюзой. Посмотрите, какое неожиданное прочтение классического принта горох. Есть обратная вариация. Посмотрите, это бирюза с синим горохом. Вот такой еще один цветной вариант. Ну и классика жанра, как мы привыкли с вами видеть горошек. Это белая блуза, посмотрите, в черный горох. Ну и, соответственно, наоборот, черная блузка в белый горошек. Вот это те самые варианты, которые мы с вами, конечно же, уже привыкли. Но если вы любители горошка, если вы не мыслите свою жизнь без такого принта, сегодня, Лен, есть возможность выбрать для себя и классический вариант, черный или белый, и какой-то яркий, например, бирюзу или твой синий. Да по такой цене можно сразу два цвета брать, чтобы меняться и быть разной каждый день. Ну, Лер, ну как посоветуй, какие образы можно составить с этой блузкой сегодня? Знаешь, вот что самое приятное, блузка у нас хоть и классическая, так, но позволяет нам составлять разные образы. Например, вот Катюша выбрала тот вариант, который, пожалуй, ну, многим показался бы очевидным, да? Классическая черная юбка-карандаш, а сейчас на ней, и белая блузка в горошек. Образ, которым можно отправиться на работу, образ, которым можно отправиться на мероприятие, в том числе, если добавить аксессуары. Ну, а вот Татьяна выбрала брюки кожаные Милерия, такие же, как выбрала наша ведущая сегодня, и получился более модный образ, более стильный. Вот это о чем говорит, Лен? О том, что классическую блузку можно рекомендовать и юным барышням, и взрослым дамам. Да мне кажется, что горох, он наоборот освежает и придает какой-то молодости, даже образу. Вот как ты считаешь, правильно ведь? Согласна с тобой абсолютно. Ну вот мне очень интересно, что за материал, потому что действительно ощущение прекрасное, такое чувство, что это такой шелк китайский выделанный. Но здесь две ткани на самом деле, здесь сочетание. Посмотрите, вот основная полочка, это вискозный трикотаж, тянется прекрасно, дышит великолепно, конечно же, и самое главное, на ощупь потрясающе. А вот верхняя полочка и рукавчики, это шифон, посмотрите, полупрозрачный, легчайший. Наверняка все вспомнили крепдышиновые блузки в горошек. Именно к ним идет у нас отсылка. Но при этом должна заметить, Лен, вот мне очень нравится, что у нас хоть кокетка и шифоновая, но она достаточно высокая, то есть белья здесь не видно. Ну да, я тоже уже обратила внимание, когда примеряла, думала, ну как будет смотреться, как будет выделяться. Нет, все скрыто, все закрыто, какая прелесть. Размер от 50 до 74, я еще раз напоминаю, сегодня час бренда Олси, а это значит широкий, широкая размерная линейка. Ну и самое главное, как выбрать размер, как подобрать, чтобы блуза сидела даже на 74-м. Как, Лера, это сделать? Здесь очень просто все. Лен, посмотри, вот в зоне декольте у нас сборка есть, которая нам дает свободу по груди, она же нам дает и тот самый свободный крой. Посмотрите, как блуза нас не перетягивает, не слишком облегает, при этом ни капельки объем не добавляет, но скрывает наши особенности фигуры. Поэтому можно смело ее выбирать для себя размер в размер. А, как видите, здесь свободы предостаточно, и материал у нас прекрасно тянется по основной полочке. Поэтому на любой тип фигуры выбираем размер в размер. Если вы хотите придать образу романтичности, освежиться и скинуть пару годков, выбирайте блузу Айола. Это бренд Олси, это широкая размерная линейка, и цена только сегодня 1999 рублей. Это, между прочим, специальное предложение дня. Цена будет только сегодня. Скидка в 1000 рублей. По-моему, еще пока не было ограничений, и можно брать более трех товаров в руки. Берите разные цвета, берите в подарок к 8 марта. У нас разные цвета, и мне вот интересно, как это будет после стирки, не смешаются ли они? Нет, Лен, не смешаются ни в коем случае, вискоза и шифон отлично держат цвет. Но об уходе еще поговорим, а сейчас давайте обсудим качество. Вот посмотрите на эту обработку. Шифон очень деликатная ткань, ткань, которая, ну, как принято в народе говорить, сыпется. Поэтому ее обязательно нужно хорошо обрабатывать. Вот как здесь, посмотрите, что делает бренд Олси. Это так называемая американская
Ванка, вот так называется эта обработка. Она закрывает полностью шов, абсолютно его не утолщая, не добавляя объема нашему легчайшему шифону. При этом ни единой ниточки здесь совершенно. Вот это называется качество бренда. Вот именно поэтому мы выбираем для себя брендовые вещи от Олти. Ну а сейчас давайте посмотрим на подиум. Наша прекрасная ведущая туда уже отправилась для того, чтобы посмотреть, как блузы смотрятся на разных типах фигуры и внешности. Да, вот, Лера, рассказывай, как это будет смотреться все, потому что мы все женщины разные. У кого-то один тип фигуры, у кого-то другой, тем более размеры, рост разный. Как это все нам подойдет? Ну вот я предлагаю начать с твоего, Лен, образа и образа нашей Татьяны. У вас одинаковые брючки, кожаные, стильные, модные и цветные блузки. При этом, посмотрите, типы внешности, типы фигур совершенно разные. Но и на одной, и на второй наших красавицах прекрасно сидят такие образы. Ну а классический образ нашей Катюши — это, конечно, вариант, который подходит всем и всегда. Всем типам фигуры, всем типам внешности и любому возрасту. Если у вас тип фигуры песочные часы или груша и четко выражена талия, в том варианте, который на нашей Кате, вы можете в юбку блузку заправить и тогда подчеркнуть талию, еще больше балансировать фигуру. Ну а можно надеть поверх блузки поясочек. Кстати, к блузкам в горошек всегда прекрасно подходит жемчуг. Наверняка он найдется в вашей шкатулочке. Прекрасное предложение дня. Сегодня час бренда Олси. Цена на эту блузу Айола только сегодня. К концу дня уже ничего не останется. Размерная линейка широкая. И пока есть размеры, пока нет ограничений, успейте дозвониться и забронировать свой заказ. Оформляйте его прямо сейчас, оплачивайте потом на почте. Но это не все сюрпризы на сегодняшний час. Сегодня бренд Олси, телеканал Shop & Show дарит вам подарки. Роскошнейший аксессуар. Посмотрите, с золотистыми прожилками гофрированный платок. Вот такая роспись у нас здесь, посмотрите. Вот такие вот золотое шитье и разные цвета, ко всему прочему. Либо золотой к вам приедет, либо брусничный, либо вот такой черный с золотом. Причем, что бы вы ни заказали сегодня, с каждым заказом этот платок идет вам абсолютно в подарок, абсолютно бесплатно. А между прочим, цена его 699 рублей. Вот в том-то и дело, это действительно, на самом деле, роскошный, дорогой аксессуар. Ну, а мы с вами, продолжая разговор о блузе, должны обратить внимание вот еще на какой момент. Лен, мне очень нравится, что у нас здесь рукав-крылышко. Он чем хорош? Он дает нам свободу. Все-таки у нас рукавчик-то из шифона, но благодаря тому, что здесь крылышко, здесь хорошая ширина рукава. Поэтому даже если ручка полновата, тем не менее, такая блузка прекрасно на вас сядет. Если вы хотите освежить свой образ, хотите почувствовать свободу движения, выбирайте блузу Айола, это бренд Олси. Успейте дозвониться прямо сейчас, заказать свой готовый образ от стилиста, получить свою скидку. Размеры от 50 до 74. Дозванивайтесь прямо сейчас.